Машиностроительную корпорацию «Сплав» посетил посол Народной Республики Бангладеш господин Сайфул Хок. Именно новгородское предприятие с высокой вероятностью станет поставщиком трубопроводной арматуры при строительстве в Бангладеш первой АЭС. Посол Народной Республики Бангладеш приехал в Великий Новгород, чтобы обсудить предстоящее заключение контракта о сотрудничестве в рамках межправительственного соглашения между нашими странами. Говорили о нем на встрече с губернатором Новгородской области, а после посол лично решил ознакомиться с машиностроительной корпорацией «Сплав», с которой и будет заключен контракт. Вероятнее всего, именно новгородское предприятие будет поставлять трубопроводную арматуру для строительства первой в Бангладеш атомной электростанции «Руппур». Об этом можно говорить почти с полной уверенностью. Посол остался доволен сплавом. Я удивлен тем, что еще существуют такие предприятия, которые делают уникальные производства и арматуры, да, которые очень нужен для Бангладеш. Особенно вот мы сейчас будем строить атомную станцию с помощью России, и нам эта продукция очень нужна. При встрече у губернатора мы говорили, что мы должны, как одна команда, должны работать, чтобы эта продукция попала в Бангладеш. Речь идет о трубопроводной арматуре, которая уже установлена на всех российских АЭС, а также на атомных станциях, построенных по нашим проектам в Болгарии, Венгрии, Индии, Иране, Китае и Украине. Причем география поставок увеличивается постоянно. Это доказывает, что в атомной отрасли доверие к российским технологиям в целом, да и к нашей арматуре в частности, очень велико. У корпорации «Сплав» есть основное преимущество – это достаточный набор проектов, которые реализуются как внутри России, так и за ее пределами. Качество производства подтверждается еще и тем, что одним из крупнейших проектов, реализуемых «Сплавом» в настоящее время, является поставка продукции для строительства Тяньваньской АЭС в Китае, где корпорация «Сплав» фактически единственный российский поставщик трубопроводной арматуры на высокое давление для строительства второй очереди крупнейшего объекта. Таким образом, новгородская арматура работает на самых сложных участках и с точки зрения атомной безопасности имеет безупречную репутацию. Поставки в Бангладеш должны стать, безусловно, успешным проектом. Полную поддержку в реализации обещал и сам глава региона. Кристина Масальцева, Сергей Корнев. Новости. Новгородское областное телевидение.